На Орловщине начался сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Температура резко опустилась, а надевать теплую одежду еще не хочется. Грипп – это острая тяжелая вирусная инфекция, которая поражает людей независимо от пола или возраста. Осенью она начинает активно действовать, поэтому так важно заранее принять профилактические меры. Меры профилактики гриппа просты. Это мыть руки, полоскать горло, промывать нос. Но самой эффективной мерой остается вакцинация. Она предохраняет не только от заболевания гриппом, но и от возможных последствий. В Орловской области ситуация с ОРВИ и гриппом оценивается Роспотребнадзором как стабильная. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога. Чтобы не попасть под раздачу, нужно быть хорошо подготовленным, сделать прививку. В прошлом году вакцина не помогла только одному человеку, отмечают специалисты. В этом году планируется привить до 40% населения области, что позволит снизить интенсивность эпидпроцесса предстоящего эпидсезона по гриппу и ОРВИ. Прививочная кампания в Орловской области началась 31 августа. И достаточно удачно, говорят медики. Уже привито более 60 детей, идут охотно, могут все абсолютно прийти и привиться. Вакцины достаточно. За счет средств федерального бюджета в Орловскую область поступило более 200 тысяч доз отечественных вакцин. Кстати, есть мнение, что после прививки от гриппа можно заболеть. На самом деле это не так. Сама вакцинация не может вызвать развитие заболевания. Вот именно той вакцины, которая используется сейчас. Может быть небольшое недомогание, возможно небольшое повышение температуры, но не развивается заболевание. Это идет выработка иммунитета, антител. Сделать бесплатную прививку лучше до начала эпидемического сезона. Для этого нужны только паспорт и полис ОМС. Здоровья вам желают Анна Маричева и Павел Джумабаев. Телеканал Первый областной.